Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 25-й серии турецкого сериала «Невеста». Ранее мы увидели, как Дарья провожает Ханчер и Джихана в спальню. Она украшена как романтический номер, о чем женщина прямо им и говорит. Она рассказывает, что они могут воспринимать эту комнату как номер для молодоженов. Хотя она и понимает, что это не уровень Джихана, но это лучшее, что они могут предложить. Ханчер смущена этим, однако у нее не остается выбора. Она переодевается в пижаму и просит Джихана сделать то же самое. Мужчина говорит ей, что он пробовал, но ему ничего не подошло. По просьбе Ханчер он ложится спать в рубашке, а между ними находится подушка. Дарья звонит Мукадер. Она говорит женщине, что справилась со своей частью договора, а Мукадер обязана исполнить свою. Премьера 25-й серии турецкого сериала «Невеста» состоится 25 мая.